Одинцовские полицейские провели акцию «Безопасное лето», направленную на профилактику детского травматизма в летний период. Стражи порядка напомнили родителям и детям о правилах безопасности во дворе и дома, во время отдыха, в том числе на водоемах. Также рассказали об ограничениях, связанных с пребыванием несовершеннолетних на улице в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых.